Всем привет! Сегодня мы посмотрим на обороты двигателя Лады Весты с автоматической трансмиссией вариаторного типа в разных скоростных режимах на 80, 90, 100, 110, 120 и 130 км в час. Для точности двигаться будем с включенным круиз-контролем. Итак, начнем с 80. В машине залит 95-й бензин, в салоне 3 взрослых человека, включен кондиционер. Поехали!